распускаться дельфиниум. Так вот он зацветает. Здесь, который пересаживали, он не так активно цветет. В общем, после пересадки, конечно, он, ну, не очень хорошо себя чувствует, но тоже вот зацветает. А в основном, конечно, вот этот вот зацветает хорошо. Такие высокие будут соцветия. И шмели уже трудятся. Многолетнее, неприхотливое такое вот растение. Ничем не подкармливаем, растет само собой, в общем. Затем, когда отцветут вот эти вот цветоносы, нужно будет их срезать, и тогда, возможно, будет второе цветение где-то ближе к концу августа, либо началу сентября. Ну так, конечно, очень вот так вот красиво цветет. Сперва зацветает вот центральный цветонос, а затем вот начинают еще и боковые отрастать и тоже будут цвести. Проходит время, а дельфиниум все цветет. Отцветает центральная часть и зацветают боковые побеги. Thank you.